Решили то, что нужно сделать именно эту стрижку, то есть более рваную, такую молодежную, вот, ну, вперемешку с такими короткими висками, более коротким затылком. Поздравляю всех парикмахеров, конечно же, Альберта, и стоит отметить, у меня еще мать сама, я всю жизнь стригусь у своей мамы, она у меня 20 лет, уже даже больше старше парикмахера, поэтому поздравляю ее, вот. Потому что эти люди делают нас красивее.